лыжной эстафете за победу борется не один спортсмен, а вся команда. Нина Балдычева из Ленинграда. Сибирячка Зинаида Амосова передает эстафету Раисе Сметаниной из Сыктывкара. На финишный этап уходит Галина Кулакова из Ижевска. Все мы помним, как драматично в упорной борьбе проходили лыжные гонки в Зейфельде. Тем не менее, советские лыжники и биатлонисты 6 раз финишировали первыми. 6 золотых медалей внесли они в копилку нашей команды.